Попал какой ты кончи пиздой, я тебе клянусь, это пиздец. Гэта Егор з Гомлю, раней быў Дмітрый Макарэнка. На 2020 год працаваў правадніком на чыгунцы, прафесійны блогер. Это настолько, блядь, знаете, такой тохлы нахуй контент. Боится Андрея Паука и ображае яго. Это не блогер, блядь, это недотраханы з Макар. Гэта тыповая якасць людзей, пазбегаючых адкрытых дэбатаў і альтэрнатыўнай думкі. Он уже решил взяться, блядь, за контент в ТикТоке, блядь, уже решил, короче, уже вот так вот. Контент Егора не дыскрэдытуе Республіку Беларусь, мой дыскрэдытуе. Я за сумленныя выбары, ён паплечнік фальсіфікацыі. Я за тое, што перад законам усе роўныя, Егор за тое, што часам не да законаў. На, блядь, на, видишь, на, посмотри. Я супраць расійскай агрэсіі, Егор, напэўна, за. Вынікі рабіце самі. І то ўёбіще, што ты сюда прыходзіла, ну, представляеце? Сябры падпісчыкі, ТікТок гэта публічная пляцоўка і прыходзіць на чужы стрымы не забаронена іх рэтрансліраваць. Але і тут є бацькі, які дзяржаўны апарат Лукашэнкі хочуць у таємніцы тварыць свае справы. Паглядзіце, як ім недобра, калі іх ідэнтыфікуюць. На прикладе патриотки Марины Запруцкой. Цікаво, что Марина в телефонной разговоре со мной призналась, что не подтримливает российскую агрессию. Я не поддерживаю российскую агрессию, во-первых. А что? Так можно в Беларуси? Все зафиксировано, Марина Леонидовна. Так вот, Егор со своими поплечниками обмерковывает мой звонок Марине. Давайте поглядим ход думок наших идеологичных оппонентов. Лечу это важным и корыстным, бо, напевно, так нас и обмерковывают чиновники. Поехали! Наш один недоблогер, Катерина, сделал видео прям про Марину. Вот. Блядь, паук, ты нахуй конкретный долбоёб, я тебе отвечаю, блядь. Ты вообще понимаешь, какая вообще сейчас повестка в мире? Ты, блядь, что вообще обсуждаешь? Ты, блядь, под чем? Ты мне просто нахуй скажи, дегенерата, ты, блядь, кусок. Что ты, блядь, тут решил обсудить? У тебя на эфире, нахуй, 19 человек. 19, блядь, человек. Максим Довбуш, ты тоже идешь на большой... Слушай, паук, у нас тут есть такая классная штука. Называется черный ректальный денацификатор. Видишь, смотри, вот он для тебя. Видишь, есть кастрюля. Смотри, опа, нахуй. Видал, блядь? Это чисто, блядь, для тебя, паучок, понимаешь? Твои, нахуй, эфиры построили на обсуждении конкретно ебатик. Я тебе вот просто скажу, блядь, ты можешь писать эфир вот просто, блядь, сколько хочешь, если у тебя вот эта твоя, блядь, повестка темы, обсуждение, нахуй, какого-то звонка, и где у тебя сидит, блядь, 24 зрителя, причем твое ебало вообще съебалось, нахуй, с экрана, ты жал, что ты меня не слышишь, хотя, думаю, ты, в принципе, меня слышишь, пусть тебя твои, блядь, конченые зрители, нахуй, послушают. Вот. Я из Беларуси не уехал, так что своих опарышей можешь послать отсюда нахуй, ебаные вы беглецы, блядь. Все, я покидаю этот несчастный, убогий, дешевый эфир, где, блядь, 20 зрителей, я не хочу даже нахуй тут сидеть, это просто какой-то кринж, блядь, все, пока нахуй, просто бред, просто, блядь, бред, ебаный, несчастный бред. И напоследок, Андрей Паук, иди нахуй. Все, кладу тебе свои яйца в рот. Все, давай, пока, блядь. Съебался. Все, пиздец. Просто, господи, боже, какой дегенерат. О, мамочки мои, блядь, серьезно. У чела просто... Кризис жанра, просто. Я просто хотела сказать, если паук уже начал воевать с женщинами, следующая стадия с детьми. Я вообще против женщин не воюю. Паук, это уже днище. Вот серьезно вам говорю. И вы еще говорите о каком-то диалоге. В своем видео вы говорили о возможности некого выстраивания диалога, о том, что белорусы должны там быть вместе. Вы знаете, это просто получается ваша лицемерная, ну и слабая позиция. Для меня вот эта слабая позиция, прежде всего даже мужская слабая позиция, звонить с угрозами женщине. Дождитесь нас. Вы вот сейчас вот вы угрожаете, правильно? А как надо? Но я считаю, что надо во всяком случае слушать внимательно позицию человека. Вот. Это как минимум. Вот, нас Змагаров слышит, Лукашенко, хочет выслушать нас.
Ой, меня вообще вот меньше всего интересует, понимаете? Вот именно, видите, вы только что себе противоречите. Ладно, ребята, давайте вернемся к нашей общей теме. Мы все дружно послали паука нахуй, нассали ему в рот, насрали ему в рот. Мы очень молодцы, мы красавчики, мы прекрасные. Вот, все, думаю, не вижу дальше смысла обсуждать это ссыкло. Егор, позвольте. К теме, вы знаете, я ж никогда... сейчас в мире, вот. Егор, я никогда не ругаюсь, почти никогда не ругаюсь матом. В редких случаях за рулем еще иногда. Так вот, позвольте мне тоже присоединиться и сказать, пошел нахуй. Хотя Марина – это вообще один из спикеров, который никогда никому ничего плохого не сказал. Ну, никого она не унизила ни разу, не оскорбила. Ягор, мы з Магари змагаємося з безмежним режимом Лукашенка, який повинен нести відповідальність, а не безпокаральність. Згоден? Але ж тобі нема чим мені відказати, крім образи. Гэта багато що каже о тобі. Ти вогулі бережеш свою репутацію, ти довольний собою. Так давай, коли тобі цікаво, зустрінемося у совмісному стримі з нашими агульними підписчиками. Кто твой контент этот смотреть нахуй будет? Ой, блядь. Тады якая у тебе мета? Якое у тебе будет развитие без конкуренции? Боишься? Я тебя разумею. При режиме твоего президента мы с Магары криминализованные. Это я не могу скинуть вам ссылку, это экстремистский канал. Как я могу скинуть ссылку на это говно, блядь? Я не могу скинуть ссылку, сука. Чё робят так переможцы? Ці бояться переможцы своих политичных оппонентов. Так робит оккупационная администрация. Але вам и батькам все равно доведется с нами домовляться, вам доведется с нами лечиться, бо Лукашенко и Путин скончатся, а змагары будут завсёды. Живе Беларусь! Хутка чакаю, не можу уже чакать, давайте. Коли ласка, подымайтесь, Беларусь. У-у-у.